Раз-раз. Надеюсь, все записывается. Так, у нас игра есть такая. Fallen Order. Последняя. Это пиратка. Настройки на... Ну, все, короче, выключено. Нет, вот это. Все выключено. Причем самое странное, то что ниже средних не ставится. Есть положение эпичное, есть высокое, есть среднее. То есть нету тут никаких низких настроек. Вот, я постарался отключить все вообще абсолютно все эффекты. Ну, игра стала пободрее себя чувствовать. Что я могу сказать по поводу игры? Короче говоря, в этой игре, так же как и в большинстве современных игр, существует такое понятие, как мисклик. Мисклик — это такая фигня, когда при выборе действия надо удерживать клавишу. А когда я вижу игру с такой защитой от мисклика, я сразу же... То есть ее не спасает уже ничего, даже вот видите, ни следы на полу, ничего не спасает это. Я вот прибыл на какую-то планету тут и повстречался со своим дроидиком. Вот он, вот такая вот милашка. Вот он. Видите, да, какой прикольный. Но что я могу сказать по игре? Разумеется, я в нее поиграю, поскольку, блин, это же световые мечи, черт бей. Но, смотрите, ее убило для меня, по крайней мере, если вы с этим можете жить, ради бога. Но меня убило только одно. Даже чтобы выйти на рабочий стол, нужно, черт побери, удерживать клавишу. Вот я сейчас нажимаю, я ее удерживаю 1, 2, 3, почти 4 секунды. То есть я не знаю, каким нужно быть уебищем, чтобы сделать мисклик. Вот на кнопку выйти на рабочий стол, это просто ебанутые люди такое могли придумать. Вот смотрите, как это действует у меня в мозгу, я вам сейчас объясню. Вы нажали и передумали. То есть я успеваю передумать. Я не хочу уже выходить на рабочий стол. Мне уже похуй, я хочу ее снести нахрен. Пизду. То есть вот видите, вот только сейчас она сработала. То есть на этом, в принципе, обзор как бы закончен. Такие вот дела. Все. А, и да, и про свою видеокарточку хотел сказать. У меня GTX 780 с 3 гигабайтами. Она на ней вообще не тормозит ни разу. Просто иногда заикается немножко. Спасибо, что посмотрели.